Для правильной работы всему организму, особенно головному мозгу, необходимы полиненасыщенные жирные кислоты, а именно омега-3, омега-6, омега-9. Содержатся они в жирных сортах океанической рыбы, много в скумбрии, лососе, сардинах, в некоторых орехах, в первую очередь грецких, также в цельных зернах, особенно в семенах льна, в растительных маслах. Польза для головного мозга. Профилактика инсульта, участие в работе клеток головного мозга, осуществление важных поведенческих реакций, контроля за работой всего организма. Влияние на психологическое состояние. Польза для всего организма. Нормализация обмена веществ, в первую очередь жиров. Стимуляция иммунитета. Уменьшение аллергических проявлений. Снижение интенсивности процессов хронического воспаления. Профилактика нарушений в работе сердца и сосудов. Предупреждение преждевременного старения. Борьба с мутациями клеток. Положительное воздействие на кожу, волосы и ногти. Ускорение регенерации тканей. Оказание положительного воздействия на зрение.